Всем-всем большой привет! 2 недели назад я объявила новую рубрику «Ароматная неделька». Она будет отличаться от ароматной странички тем, что страничку я набираю много парфюмерии, показываю, сколько использовала за месяц, сколько добавилось, какие ароматы убираю в ящичек. А ароматная неделька – это ноты, это мое мировоззрение к аромату. Может быть, будем знакомиться с какими-то парфюмерами. Ну, в общем, что-то должно быть такое, что больше расскажет про ароматы. Решили мы, что рубрика будет проходить в этом углу стола, так как парфюмы, которые у меня собираются в эту неделю, которыми я пользуюсь чаще всего, находятся именно здесь, как бы под рукой. Через неделю здесь полностью все меняется, поэтому на свету долго они не стоят. Это не единственный уголок у меня в доме, есть еще в коридоре ящичек, вот рядышком комодик, вы видите, там тоже много-много парфюмов. Но, тем не менее, рассказывать я всегда буду на недельке парфюмерной именно то, что находится в этом уголку. Уголке, да, в этом угле. Ну, вы меня, в общем, поняли. Вместе с нотами. Так, я думаю, что помады, которые тут мешаются нам в данный момент, можно их убрать. Помады здесь тоже собираются именно те, которые я использую чаще всего, которые я хочу, чтобы были под рукой. Посмотрите, обычно это одна помада, один бальзам. В данный момент вы сами видите, какое тут собралось количество. Но мы это все уберем. Также мы пока подвинем пандочку. Это мой крем для рук. Можно назвать его отливантиком. Я сюда добавляю крем из большой тубы в 150 мл. И этот пандочка меня все время радует. Поэтому он будет стоять тут где-нибудь недалеко. Вот этот аромат я не буду описывать. Это спрей такой парфюмированный. Love Potion от Oriflame. Я ноты даже еще и не вспомню сейчас навскидку. Он у меня тоже хорошо уходит. И я им поливаюсь каждый день. Но сегодня про него рассказывать я не буду. Ну а 2 следующих парфюма, конечно же, я расскажу. Во-первых, покорил меня аромат Avon. У меня было в пробниках все 3 первые версии. Зеленую я ее называю, синюю, и вот такую вот сиреневую. Зеленый и синий, и сиреневый у меня уже в пробниках закончились все 3. А вот новиночка, пачули, приехал ко мне от Марины. Если вам видно компьютер, что тут открыто, я как раз смотрела ноты, и именно парфюмера я хотела познакомиться именно вот с парфюмером, который Artistic создал. И знаете, что меня удивило? Все 3 первые Artistic созданы разными парфюмерами. Для меня это оказалось, ну, такое прямо необычное открытие. Именно этот Artistic Patchouli создала Александра Карлин, то есть женщина. 2 других аромата создавались мужчинами. Ирис, да, там и был магнолия, ирис синий и сиреневый пачули. Это цветочно-шипровый аромат. У него такой богатый букет. Вообще, вот коротко пишут 3 обычно, да, наименования, которые входят в аромат. На другом сайте я нашла чуть больше нот. На третьем сайте нашла прямо очень богатый такой развернутый комментарий. Это входит пачули, роза, зеленые листья, древесные оттенки с нюансами влажной почвы, зелени и легкой горчинки. Также туда входит фиалка и ландыш, о которых не везде заявлено. Также мускус и янтарь, тоже янтарь не везде прописан. Такой богатый аромат. И вообще, вот, когда я знакомилась с этим парфюмером, с этой женщиной Александра Карлин, оказалось, что она очень много ароматов создала для Oriflame. Например, взять аромат Divine Royal, мой любимый сиреневый такой флакон. У него стоят 2 парфюмера, еще 2 мужчина. Я на него не обратила сильно внимания, но вот Александра Карлин вместе, получается, со 2-м парфюмером создавала его. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Про пачули я вам рассказала. Красивый аромат. Он не дешевый, он действительно
Звучит дорого и раскрывается очень красивыми цветочными нотами. Хотя цветочно-шипровый, да, шипровость в нем, конечно же, есть. Но она такая, знаете, для меня шипровые мужские больше ароматы, а тут женская такая, более мягкая шипровость. Поэтому очень-очень интересный. Очень хочу обратить внимание на новинку Today, Tomorrow, Always. Как мне нравится этот зеленый красивый аромат. Это был подарок, мне Мариша присылала, Мариша А. За что огромное, Мариш, тебе спасибо. Он у меня так хорошо расходуется, этот кубик. Для меня это прямо лето-лето. Сюда входит грейпфрут, жасмин, мускус. На самом деле аромат гораздо богаче, но вот три ноты, которые Эйвен любит заявлять, это вот то, что я назвала. Вообще-то фруктово-цветочный аромат, но для меня здесь больше вот какая-то цветочная свежесть. Не сладость, а именно свежесть. Вот такой вот верхний у меня получается полочка, верхняя полочка. И давайте переходим ниже. Вдали вы видите, около зайчиков стоит Playboy. Playboy это вообще спрей. Спрей для тела. И для меня было большим удивлением, когда я узнала, что он еще и как бы потоотталкивающий, типа. То есть я не знаю, можно ли его использовать, ну, в места с потоотделением, но я так не делала. Я обычно наношу просто на себя, как спреем поливаюсь. И им действительно можно поливаться. Покажу поближе. 75 миллилитров в этом флаконе. Конечно, он у меня тут активно вовсю идет. Лена мне его подарила. Красивый аромат. Он и сладкий, он и гурманский аккорд имеет, и свежесть имеет цитрусовую, и ваниль, вот как сладость я сказала. Оригинальный, очень оригинальный, красивый женский такой спрей, который можно и девочке, и взрослой женщине. Ну, больше, мне кажется, он такой молодежный, потому что вот эта вот сладость, игривость какая-то, теплота в нем, ну, такая, девичесть какая-то вот ощущается. Мандарин, грейпфрут, жасмин, лакрица, османтус. И в базе древесно-цветочная база. Заявлено, что конкретно не написано, но вот такой аромат интересный. Для меня он вот из разряда, вот что я вот этим поливаюсь. Мне очень нравится вот этот инканта аромат. О нем сейчас поговорим чуть-чуть побольше, он тоже сладкий. И Playboy я бы вот по сладости определила к этим же ароматам. Следующий, который вы видите, Бали. Бали меня сразу покорил. Это лето, это тоже, вот вы знаете, какой-то отдых. Ни к чему не обязывающий аромат, с которым хочется вот пойти на пляж. Прогуляться вечером, летним вечером, вот в соломенной шляпке. Ну, красивый, на самом деле, красивый аромат. Он тоже цветочно-фруктовый. Это туалетная водичка, в ней 50 мл, хотя так быстро заканчивается, как тушь. Очень активно уходит. Обещает аромат душистых цветков франжипани с сочной ноткой граната и теплый мускусный аккорд. Ну и обещает в тропический рай на Бали уносить. Но действительно, с этим ароматом хочется лета, пляжа, моря и вот что-то такое беззаботности какой-то. Это вот этот аромат. У него хоть цвет и зеленый, но это не свежий, а скорее свежецветочный. Вот что-то такое прямо то, что веет отдыхом. Вот тут у меня спрятанный новиночка моя лак Limitless. Вы знаете, так понравился, вот просто с первого вдоха понравился. Хотя это самый сладкий, наверное, сейчас аромат, который стоит вот у меня здесь на полке. Тоже у него такой голубоватый цвет, но цвет, мне кажется, это обманка. Он, ну, никак не может быть голубым по своему звучанию. Это цветочно-фруктовый аромат «Красная помела», «Страстоцвет» и «Янтарь». Вот что входит в мой лак. Просто у меня... Знаете, как сделала? Мне девочка говорит, ты в интернете все сделай. А мне вот нравится оформлять тетрадки. Представляете, как в детском саду. Мне нравится оформлять вырезки всякие, путаюсь в них. Но вот прямо какое-то удовольствие получаю от того, что могу вот так вот. Где-то у меня тут, конечно,
вот такие надписи. Пык-мык, где-то вот так девочки присылали, представляете, вот. Ну, нравится мне, да, вот такое оформление мне нравится, как в старые добрые времена. Далее, что мы с вами видим, а дальше мы с вами, давайте, знаете, что сделаем? Я вот так вот сделаю, вот так приближу, и нам будет с вами удобнее, да. Вдали мы с вами никуда там не полезем. Тут у меня малышки. Мой ланвин новиночка, от которого я просто без ума. Так он мне нравится, так мне его жалко, эти 4,5 мл. Также у меня здесь время от времени использую фреш маскина. Но знаете, это больше вот так вот пальчик нанес на пульсирующие зоны. И вот вечером смотрю какой-нибудь ролик с ароматами. И вот на пульсирующие зоны наношу то, что у меня под рукой. Также маскина белый мишка. Ноты тоже не буду вам говорить. Жасмин. Это такие милые духи. От Леры приезжали. И эти духи шли с мылом. Мыло у меня, конечно, осталось в мыльной коллекции. А духами я пользуюсь. Это чистый аромат такого жасмина. Милая крышка. Прямо лето-лето. Очень приятный. Ну и последний Монруж. От Оленьки ко мне приехал. Красная такая коробочка. И вот такой вот флакончик. Ну, тут это уже духи посерьезней. Так, дальше мы с вами видим очень красивый аромат, который мне напоминает больше вот внешние ягоды, но в нем заявлено больше роза. Это у нас Aqua di Fiori. И что в этот аромат входит? Сейчас я буду, конечно же, сначала искать. Ага, нашла. Верхние ноты ревень, бергамот, в сердце тубероза, роза и в базе пачули сандал. Красивый аромат. Вот красивый. Я не знаю, ярко-розу мне вот, как и девочки говорят, больше ягоды. В первую очередь ягоды. Они хоть и не заявлены, но кажется, что здесь красные ягоды, а потом уже там все розы и ревни. Вот, очень красивый аромат. Вообще вот у нас в Magnit Cosmetic 3 аромата стоит из этой коллекции. Вот этот на коробочке маки и еще два другого цвета. Ну, на самом деле очень интересный, красивый, сладкий. И такой вот он летний. Следующее. Следующее это Encanto. Как раз у меня на компьютере сейчас этот Encanto. Сверкает всеми красками. Тоже приехал Encanto ко мне от Марины. Марина меня побаловала несколькими шикарными ароматами. Так, я тут свою страничку, конечно же, листаю. Вы знаете, по Encanto Charming, вот так он называется, я могу сказать, что это фруктовая красота, просто фруктовая красота. Сандаловое дерево, ежевика, ананас. Вот ежевика, наверное, настолько здесь доминирует, она так нежно раскрывается какой-то такой легкой сладостью, что этим ароматом тоже хочется вот поливаться и поливаться. Его и дома хорошо, и на улицу можно выгулить, и вечером летним. Мне кажется, даже в жару эта ежевика, хоть она и сладкая, не будет душить, потому что, например, аромат компота никого еще не задушил в летнее, да, время. Поэтому, ну, это приятная-приятная красота. Следующее, вы видите, стоит красавчик фиолетовый, красивый. Листаю, ищу. Так, куда я тут прилистала? Это у нас Джон Гальяно. Атоли ко мне приехал. И как оказалось, тоже вот я сейчас ноты пока искала. Нет, у меня ноты-то есть. Мне Оля присылала ноты. Я искала этот флакон, есть ли у него братики. И оказалось, как минимум 5 вот таких конвертиков разноцветных у Джона Гальяно есть. Посмотрите, какая крышка, какой он симпатичный. Это, по-моему, туалетная вода. Ну, могу и путать. Точно не помню. Но это очень красивый аромат вот под цвет конверта. Верхние ноты черника, слива, мирабель и мандарин. Средние ирис, роза, гордения и база кипарис, сандал, пачули. Вы знаете, этот аромат дорогой.
Я не скажу, что он прямо такой для деловой женщины. Нет, можно его носить и каждый день. Но он звучит солидно на тебе, то есть как-то вот серьезный он такой. И при этом он и лето, и зима, и осень, и весна. Ну вот для меня так, на любое время года, но при этом это аромат для какого-то события. То есть вот не в магазин сбегать по-быстрому, а вот пошла по делам куда-нибудь, и вот с удовольствием его под каблучок, ну, либо там вот, чтобы обязательно была сумочка через плечо и какой-то такой вот деловой выход из дома, не кабы куда. Ну и что мы тут еще видим? Ноты зачитывать не буду, потому что сюда самая главная нотка входит, это Incandescence, Enjoy. Цветы подсолнечника, да? Ну, аромат солнечный и красивый. На самом деле аромат очень приятный. Это милое солнышко. У меня из этой серии еще лотос есть. Можно его, конечно, на лето тоже достать. Но пока балуюсь именно этим ароматом. Также вы видите, потихонечку у меня уходят ароматики. Вот такие малыши. Здесь абсолютно разные. Здесь и Лакост есть. Есть Хьюго Босс, вижу. Так, еще один Хьюго. От Faberlic аромат с кулончиком, который шел. А ты кто? Мадемуазель. Туалетная вода, вот вижу мадемуазель какую-то. Ну, в общем, тут разные. Я потихонечку их использую. И, конечно же, новинка от Avon. Сейчас тестирую и тестирую с огромным интересом. Вот это вот новиночка. Rare Flowers Solar Narcissus. Входит абрикосовый нектар, абсолю нарцисса и мускус. Вы знаете, аромат такой интересный. Он для меня вот просто какой-то аромат-загадка. Я не могу понять, он мне нравится или нет, хочу я его или нет. Он меня будет в итоге отталкивать или я захочу им поливаться. Он такой противоречивый. И уже у меня отзывы есть такие, кому-то он очень нравится, кому-то категорически нет. И даже девушка, которая мне написала, что тестировала его несколько дней, и даже она мне ответила на мой вопрос, нравится или нет, только недели через три, когда точно поняла, что нет. Но это аромат не такой, который, вот вы знаете, нанесла и сразу сказала, нет, не мое. Вот ей тоже понадобилось несколько дней, чтобы понять, что нет, не мое. И я не могу перестать им пользоваться, то есть я его наношу каждое утро, постоянно вдыхаю и не могу понять, мое или не мое, хочу или не хочу. Вот такой он. Он такой необычный, что я думаю, что я больше его хочу, чтобы он у меня был, потому что он своей необычностью как-то вот удивляет. Я не знаю, какой-то вот аромат, на который хочется мне обратить внимание. Если у вас уже есть этот аромат, пишите свои отзывы. Реально вот интересно, как этот аромат на вас, как вы его слышите, нравится или нет. Сразу ли вы поняли, что да, мое или да, не мое. Может быть, вы из той категории людей, которые сначала сказали ужас, а потом вау. Или наоборот, что сначала показался просто шикарным ароматом, а потом оказалось, что преследует и не нравится. Ну вот аромат загадка. Для меня на данном этапе это аромат просто загадка. Вот такая ароматная страничка. Напишите, было ли вам интересно сегодня со мной, потому что мне эта рубрика очень нравится. Мне кажется, она достаточно интересной. Если вот сюда заглянуть, мы в прошлый раз заглядывали, давайте еще разок заглянем. Здесь у меня тоже вот все мои новиночки. Я в начале ролика сказала, что пропустила одну неделю. То есть не через неделю делаю эту рубрику, а через две, потому что тестировала вот эти ароматы. Их было четыре еще. У меня в коридоре две малышки стоят. ПД Париж. Очень интересные реплики на знаменитые ароматы. Поливалась ими с огромным удовольствием. Потом ко мне приехал несколько ароматов с рандеву. Ссылка под роликом под каждым и промокод на скидку под каждым роликом. Ловите там, когда большие скидки, и пользуйтесь промокодом, и тогда будет вам счастье, потому что цена будет тогда замечательная.
И вот начинаю использовать ароматы природы. Мне хочется их как следует тоже потестировать, пока лето. Потому что они меня заинтересовали. Это Брокарт. Очень красивые флакончики. Прямо как будто эликсиры какие-то сказочные такие. Выпьешь это зелье, да, и станешь молодой и красивой. Ну, надеюсь, когда я это уничтожу все три, я стану юной-юной. Вот, и выше еще есть полочка. Сюда что-то перемещается. Активно вот еще я пользовалась вот этим ароматом, но я не стала его ставить на ту полочку. В него входит ландыш, от которого я просто вот без ума. И часто рука тянется к шерше ля фам. Тоже вот я им время от времени пользуюсь с огромным удовольствием. Но ноты тоже не стала переписывать, потому что решила, что здесь сегодня будет и так достаточно. То есть как бы не меньше 7 ароматов я так решила, что буду показывать. Ну, в этом месяце, наверное, еще одна будет такая ароматная неделька. Если эти ролики будут так вот пользоваться спросом на канале, то они будут жить и дальше. Всем хорошего настроения. Завтра, скорее всего, будет экспериментальная косметичка снята на следующие 10 дней. И в ближайшем времени будем смотреть косметику, затертую до дыр. Там тоже будут отчеты, будут новенькие дырочки появляться. Кому интересно, конечно же, я приглашаю к просмотру. Я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения и всем пока!